Всем привет, дорогие друзья, с вами Женя. Сегодня мы продолжаем играть в игру Танки Онлайн. Играем в сочетании Хорнет М2 и Зиды М2 в краске Роджер. На моем мульте карта у нас тишина. Играть мы здесь будем 17 минут, либо до 7 флагов. Счет пока 0-0. Я сюда только что зашел. И поскольку были скидочки 50% на Изиду, я... После комплекта у меня оставались кристаллы, я на них купил фриз, но после фриза у меня осталось еще 10 тысяч кристаллов, и мне надо было накопить около 14-15 тысяч кристаллов. Я сначала думал, что это нереально, но на самом деле это оказалось реально. Хорошие друзья мне помогли очень, и я накопил буквально за один бой, плюс в нем поймал еще 2 голда, и меня это спасло, и я успел купить Изиду. Вы меня, конечно, просили поиграть на Хоре Фризе, я на этом обязательно поиграю, но попозже, просто сейчас хотел протестить Изиду. Так, ну что-то меньше, мы флаг доставили спокойно, так, ладно, нормально. Так, куда поехал, иди сюда. И после этих скидок реально очень много Изид стало, вот просто дофига. Вот посмотрите, сколько у них изид. На базе стоит штуки 2. На меня сейчас напало 2. И еще где-нибудь ездит тоже. 2-1. Изида, в принципе, мне нравится. Она очень хорошо так нагибает на этих званиях. На ней очень хорошо качаться. Так, фризби. Ты куда ж ты поехал, этот дебил? Так, убью его сам. Хотя нет, он знает, что я могу так... Так, чувак налил ВДшку. Да. Меня убил, красавчик. Но все-таки фреза я успел убить. И вчера я выложил серию с рельса. Да, извиняюсь, что так жестко убил вчера. Я там написали, что играю как дно. И я этого не отрицаю. Да, играл я там как днище. Но все связано с тем, то, что очень большая нагрузка в школе. Постоянно задают всякую фигню. Как не новый день, так что-нибудь выучить, подготовиться к какому-нибудь гребаному тесту. И время... Играть вообще нету, и поэтому я вчера просто от балды заходил в бой, пытался заснять, наложить на это музыку, и все. Как бы сделал все так тяп-ляп. И я думал, ну сейчас быстро, спокойненько, полчаса на это потрачу, и все. Но как бы не так. Я на это потратил часа полтора-два, потому что я заходил в бой, мы там вообще жестко сливались. Мы жестко нубили с моим другом. Потом я, отыграв эти бои, они где-то были минут 20-30, пошел в другой бой попробовать. Может, еще какой-нибудь получится записать, где не буду так сильно нубить. Но и этот более-менее получился, и поэтому я его выложил. Извиняюсь, да, конечно, нубский такой боец получился. И еще... Наверное, на этой неделе летсплеи каждый день не будут уходить, потому что, ну, это связано с такой большой нагрузкой в школе. Времени у меня совершенно нету. Сейчас просто вот мне опять надо выучить на завтра. А летсплея еще нет. Вот приходится сейчас записывать, учить буду потом. Так. Ну и в дальнейшем, наверное, не будут они уходить каждый день, потому что это что-то очень часто уж, и все-таки мне тяжело. Сделаю я, наверное, через день. Будут выходить по 3 летсплея за неделю. Думаю, это будет нормально. Счет у нас 4-0. Мы жестко выигрываем их. Я думаю, сейчас освободится место за синих. Я перейду за них. И... перейду за них и помогу им. Так, ну а пока пробуем тащить флаг. Также мне там в комментариях написали, когда я играл, о чем я там играл. Ну, неважно. До серии Hornet Rails один чувак там мне написал такой небольшой текстик, даже большой текстик. Вот почему я выбрал Ирбис, когда мог взять Зевс. Зевса у меня нету. И поэтому играл в Ирбисе. Так, ну, я надеюсь, у вас кто-нибудь выйдет. Да, у вас вышли. Тем временем в танке не было, не до вас.
покинул бой, сейчас попробуем зайти. Так, все, заходим за синих, отлично, поможем ему. Заходим моментально. Что же, и поможем ему, так сказать, блин. Нифига ты мне урончик наносишь. Вообще, отлично, так сказать. Фриз у вас, конечно, фризов у вас очень много. Блин, я все-таки думал, от рельса меня не попадет. Но каким-то образом она мне попала. Так. Вот это гадюка. Гадюка. Блин. Да, ну молодец, заметил меня, давай. Можешь меня потроллить, когда я спрыгну. Тебе этого большого никуда не сыскает. Фонарем можно, чувак написал. Ну, раз можно, так можно. Чего бы не фонарить? Когда можно. За такое время. Кто написал, понарить-то можно? Гоу, чувак. Ну давай, блин, мы так и будем с тобой. Да, ну по-моему, чувак нарить не собирается. Так, и тут я жестко сумбил, господи, боже мой. Молодец, ударила в грома. И мы везем флаг, товарищи, бери флаг. Молодец, чувак, внарил. Непонятно зачем. Ладно. Внарил, молодец. И зачем ты бил фриза, если я его убью? Ну ладно. Так, подлечиваемся хотя бы чуть-чуть. Давай, ставь! Господи, нуб, ты ставь флаг, ты, ё-моё. Отлично, нубы, вы просто молодцы. Я думал, мы сейчас эту битву просрём из-за таких даунов, как вот эти, которые не дают поставить друг другу флаг. Нет. Блин, доставили флаг, грёбаный флаг. Так. Нас опять взяли флаг. Так, команда у нас вообще не играет. И, кажется, просто на все пофигу. Сломаем или выиграем. Красным еще один флаг осталось всего. Ну вообще отлично. Да. Серия, думаю, это по-любому выйдет, потому что времени у меня реально нет записывать, ребят. Вы уж извините. Так. Опять фриз, господи, боже мой. Что ж. Нет! Это просто невозможно, ребят. Здесь 9 минут, чтобы перетащить 6 флагов, чтобы выиграть. Но у них есть большой минус. Это фризы. Они очень надоедают. Причем очень. Так, это мы порешали. Здесь минку насрали. Так, ну тут еще один фриз появился. Ну и как можно так играть? Если столько фризов. Уйди, пожалуйста, человек. Меня опять убили, господи. Это просто невозможно. Играть просто команда не умеет. Зачем я вообще за них перешел? Это просто какая-то жопа, ребят. Ну просто других слов нет. Просто дауны. Команда даунов. Начать.
Ну я начинаю у себя дома новую серию. Так. Один флаг привезли. Призов у них на базе пока не наблюдается. Блин, один спалил меня там. В грёбаном фризе. Так, ну он за мной, слава богу, не успел. Я его так обманул. Уйдите, нищевы. Уйди. Что ты нахера ты меня лечишь, чмо? Все. Доставляем этот флаг. Что я реально злой сегодня, ребят. Эти уроки грёбаные. Плюс эти нубы еще, которые вообще не играют. Ну, да, кристаллики давай соберем. Хотя я сам поехал за ним, ну ладно. Я видел, у них там фриз поехал в деф. Блин, я надеюсь, он оттуда уедет. А этот меня здесь ждет. Ну вообще отлично. Да, там еще какой-то стоит, но слава богу, он меня не попал. Увези, пожалуйста. Я думаю, реально надо копить на эту краску от фризов, потому что, ну, это Роджер или какое-то говно называется, прибой еще. Плюс прибой, это вообще не краски, они от фриза не защищают, а фриз это самое главное, ребят. Противники, видите, сколько фризов. Не знаю, зачем я здесь нарил аптечку. Вступил. Да, меня разнесли. Так. Нам осталось три флага. Я очень буду надеяться, что мы их доставим. Вот этот самый фриз такой надоедливый, потому что он больше всех ко мне пристает. Взяли флаг, я буду очень надеяться, что нас его не увезут. Неужели его не увезли? Как я рад, ребят. Погодь, ты нет у нас времени на твою погодь. Мы сейчас срём. О, господи, боже мой, еще эти лаганы не бык. Ребят, ну это просто невозможно. Танкерлайн это просто говно, полное говно. Гром меня теперь доставать будет. Ну вообще. Так, давай, не просыпайся, днище. Но меня никто не встретит. Слов на этих дебилов нет, ну просто дебилы. Так, ну сейчас мы будем пытаться отнять флаг. Сейчас меня по-любому сольют, все, окей. Берегайте нашего флагоносца, ребят. А мы попробуем с рельсы возвратить флаг. Насколько это будет возможно. Ну вообще, господи, пипец, ребят. Просто нету слов.
Реально ждать хочется, ну вообще не игра. Так, будем сейчас пытаться возвратить флаг. Потерял наш флаг. Кто-то его уже слил, ну а я тебе уже сливаю. Все отлично. Оставил. Давай, 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 давай. Уходим, 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 ребят, уходим. Пока фриз не резнулся. Он уже близко, он уже близко, он уже близко. Все отлично. Ушли мы с флагом, нам остался один флаг. Так. Ну что ты сюда приперся? Пошел отсюда. Нет, не доставит, не доставит. Нет, 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 нет. О, господи. Да, мы слили этот бой, ребят. Ну это просто жопа, это говнище полное. Команды здесь нубские все вот на этих маленьких званиях. Господи, что за говно, ребят. Все. Всем, кому понравилась эта серия, ставьте пальцы вверх, ждите новых серий. Всем спасибо, всем пока-пока.